20.05.2017 года, примерно в 19.40, в районе больницы «Электроника» железнодорожного района город Воронеж, был остановлен автомобиль Great Wall с госномером Харитон-770, Харитон-Михаил-36 РУС, так как у водителя имелись признаки алкогольного опьянения. Об этом было сообщено в дежурную часть ГИБДД. В самые кратчайшие сроки прибыл экипаж ДПС. По результатам освидетельствования состояние опьянения было установлено. Водителя оформили по части 1 статьи 12.8 КУАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Выражаю благодарность данному экипажу за оперативное прибытие. Понимаю. Пожалуйста, ходи. Я тебя прошу. Ты смотришь на меня, да? Я себе такое позволяю, да? Нет. Ходи, пожалуйста. Игорек, больница. Смотри, значит, водитель остановлен на больнице, на повороте на больнице электроник, на роддом. Здесь он сейчас находится в состоянии неадекватном. Идуем. Идет анализ. Видите? Вы результат видите? 0,805 миллиграмм на литр. Видите? Да. Вы видите? Вы согласны с результатом? Понятые слышали? Да. Вы слышали, что гражданин согласен? Да, согласен с результатом. Здесь на месте все согласны, чтобы не трогать, правильно? Все, никуда ехать не надо, чуть-чуть.